Всем привет! С вами интернет-магазин «Дом игры». Сегодня мы хотим вам показать игровой набор со звуковыми эффектами. Значит, рекомендуемый возраст данного набора от 3 лет. Это делает Италия. Значит, и открываем, смотрим, что здесь внутри. Здесь есть вот такая вот морковка. И в нее еще входит батарейка. Она в комплекте есть, предусмотрена. Значит, морковка дает правильный и неправильный ответ. Есть вот такие карточки с заданиями. Значит, таких вот карточек получается 7 штучек, и они двухсторонние. Соответственно, заданий 14. Вот. Как вы видите, они двусторонние. Где нарисованы точки, туда нужно ставить морковку, прикладывать. Ну, к примеру, в этой картинке нужно найти то, что находится вот в доме. Ну, к примеру, да, топор. Это на внимательность хорошая игра. Топор, он находится там? Ставим. Нет, метла есть. Она вот здесь, нажимаем. Такие вот звуки она подает. Ну, к примеру, речка. Нету. Ведро. Нету. Ну, таким образом, то есть ребенок смотрит и находит предметы и ставит. А морковка дает правильный и неправильный ответ. Вот. Вторая сторона. Ну, точно так же. Смотрим, что здесь есть в помещении. И что, находим такие же картинки. То есть картинки абсолютно разные. Вот, на разную абсолютно тематику. Вот, и больше они вот основаны вот на внимательность, на логику. То есть тут смотрите, мама и малыш, да, вот 4 разных картинки. Ну, к примеру, что здесь лишнее? Правильно. То есть мама, да, вот, к примеру, мама, и кто из них кому подходит? Теленок или поросенок? Опять. Нет, тут, значит, тут овечка и мама. Подходит. Нет. И таких вот дальше. Значит, тут нужно найти картинку, к примеру, по тени. Да? Вот. Тут кто спрятался. Вот кусочек. Кто спрятался, нужно угадать. Это пчела? Нет. Правильно. И таких вот много-много разных заданий. Значит, такой набор вы можете приобрести в нашем интернет-магазине «Дом игры». Спасибо за внимание. До новых встреч!